Так, ну смотрите, прекрасная игра Half-Life не заканчивается. Значит, у нас тут финальная битва, очередная, по-видимому, я так думаю. Потому что я уже которую битву называю финальной. А она все не зафиналивается, как говорят в Comedy Club. Так, значит, смотри, драпаем сюда. Бултыхаемся в воду. Оба-на. А вот если вот так... Опа-на. А, тут еще и рыбина. Ну ладно. Ну ладно тогда. Так, так. И значит, смотри, вот здесь есть вход. Вот. Так, здесь нормально. Так. Здесь нас никто не тронет. Запускаем. А что я запустил? Турбин контроль. То есть я турбину запустил. Может быть, она что? Тут... Ну, а что сделает турбина? Нет, в принципе, здесь, я думаю, мы можем, имеем право ждать, пока вертолет их замочит всех, солдатиков, да? Или что? Но он не достает отсюда, вы понимаете? Блин, у меня патроны кончились. Давай другую достаем тогда. Так, тогда подождем, когда вертолет с той стороны будет. Тогда, чтобы иметь дело один на один с солдатом, а не еще и с этим адским вертолетом. Но он не достает, ты понимаешь? Он не достает. Опа, хорошо. Попал. Так, ну раз его там уже нет, там на блин... Стоп, тихо, спокойно. Ну здесь нам как бы очень уместно предоставили, значит, аптечку. Так, и нам... Какие тут варианты? Как нам теперь тут... Я думаю, что туда надо переправиться, потому что турбин контроль я включил, да? Это я включил. То есть смотри, какие варианты переправиться? Только опять через воду. Там рыбина, блин. Так, подожди. С той стороны. С той стороны. Там рыбина. Там мы спрыгнули. Здесь мы не поднимемся. Может быть, где-то под водой, я думаю, ребят. Ладно, давай попробуем под воду прыгнуть поглубже. Может, что тут есть интересное. Так, подожди, гвоздодер. А, тут рыбина. А, слышь, подожди. Подожди. В принципе, мы же с рыбиной можем справиться. Да? Мы же с ней могли справиться теоретически. У нас же есть этот, стрелялка. Правильно? Правильно. Все, смотрите следующее видео.